Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» при муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина был создан клуб для пожилых людей «Золотая осень». Здесь пенсионеры имеют возможность проявлять свою активность, участвовать во всевозможных мастер-классах, посещать экскурсии и культурные мероприятия. Задача клуба «Золотая осень» – людей, пенсионеров вытащить из квартиры, из этого сидения дома перед телевизором, дать им возможность проявить себя, проявить активный образ жизни, создать условия для этого. А еще для пенсионеров периодически организуют различные праздничные мероприятия. Так, на днях в поселке состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека. На сцене выступали артисты и преподаватели местного муниципального центра культуры. Потрясающая аудитория. Девочки, у меня язык не поворачивается называть их бабушками, потому что они такие энергичные. Постоянно ты к ним приходишь, и они контакт у них налажен, все танцуют, энергичные, хлопают. В общем, мне очень понравилось петь для них. И несмотря на то, что мероприятие пришлось проводить в неотапливаемом здании, ведь руководство совхоза перекрыло сюда поступление тепла, атмосфера была более чем уютная. Энергичные танцы не давали участникам клуба «Золотая осень» замерзнуть. Все отлично. Спасибо организаторам, спасибо администрации. Мы по жизни такие, поэтому, наверное, и держимся так хорошо, и настроение, и здоровье прибавляет это все. Я первый раз попала на такой праздник здесь, в совхозе. Да. Очень все понравилось. Душевно, тепло. Коллектив постарался очень хорошо. Концерт достойный, интересный, песни душевные. По завершению концертной части для гостей было организовано чаепитие. Юлия Погосян, Александра Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.